Привет! В этом ролике я покажу средства для мытья фруктов и овощей от ICOS. Бренд не тестирует продукцию на животных и выпускает средства без компонентов животного происхождения. Продукт объемом 650 мл во флаконе из пластика средней жесткости и дозатором в форме спрея, который работает в двух режимах, направленной и более широкой областями распыления. Средство должно очищать продукты, смывать воск, масла и невидимые загрязнения. Продукт биоразлагаемый и не содержит хлора. В составе вода, паф растительного происхождения, растворитель, полученный из кукурузы, пищевой консервант и лимонная кислота. У него легкий аромат лимона, ненавязчивый и нестойкий. Дозатор удобный, но не всегда срабатывал с первого раза. Рекомендуется распылить жидкость непосредственно на продукты, оставить на 1-2 минуты и вытереть насухо. Но после этого я все располаскивала фрукты и овощи чистой водой. Также предлагается замачивать продукты в пропорции 1 часть жидкости на 10 частей воды. И данный способ удобен для листовой зелени. Нужно полностью погрузить ее в этот состав, а через 2-3 минуты промыть. Жидкость не оставляла послевкусия, хорошо очищала различные продукты, а разница с продуктами, помытыми водой, была видима и, кажется, даже тактильно ощутима. В итоге средство оказалось очень полезным и нужным приобретением. Спасибо за внимание и пока-пока!